Хорошо, хорошо. Вы имеете на это право. Мы россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на нашем стекле машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы фашисты, что мы напали на Украину. Вот я хочу, чтобы все казахстанцы, которые поддерживают Россию, посмотрели это. Как раз водитель с вот этого автобуса, казах, сказал, что нам здесь не рады, русские, убирайтесь отсюда, вы фашисты. А муж вас, он гражданин Казахстана? Да, уроженец России. И нафига он... Нашли автомобиль со свастикой. Сейчас будем вызывать полицию, разбираться. Так, вот патруль подъехал, сейчас будем разбираться, узнавать. Мы правы, мы за Z. Бүкіл Казахстан. Нет, убери Z, проезжай, тради, Россию подъедешь, все, обратно цепляй, и все, что? Кто тебе что скажет, что ли? Сегодня Z, завтра ты танком зайдешь сюда своим знаком Z, понимаешь, на мою землю, на казахскую землю. На моем казахском земле, понимаешь, Олег, давай лучше вместе вот этот Z уберем, вместе с водителем.